Жильцы дома номер 5 по привокзальной улице в Зеленогорске почувствовали преимущество управляющей компании с государственным участием. В течение 2 последних лет периодически возникали проблемы с подачей горячего водоснабжения. Встал вопрос о необходимости полной замены основного трубопровода в доме. В таких случаях ТСЖ возложила бы стоимость работ на жителей, но районный жилкомсервис избавил собственников квартир от серьезных затрат на ремонт. Горячая вода стабильна как минимум на 2 десятилетия. Зеленогорской многоэтажке жилкомсервис с постоянными авариями воюет капитальной заменой труб. Управляющая компания в последние годы очень часто проводила внеплановые ремонты системы горячего водоснабжения в рамках средств, поступающих от квартирной платы населения. Однако перспектив стабильности работы из-за все новых неполадок не видели как коммунальщики, так и жильцы многоквартирного дома. О проблеме, но уже в недалеком прошлом, говорят и официальные люди, проживающие в данном доме, как обыкновенные жильцы. Я проживаю в доме Привокзальная 5, город Зеленогорск. И в последнее время случалось то, что периодически отключалось горячее водоснабжение. Этот вопрос зрел достаточно долго. Проблема решалась локально, но в настоящий момент жилищным агентством курортного района приняты меры по замене труб горячего водоснабжения в подвале и на чердаке, и эта проблема ушла. Менять пришлось всю систему целиком. Это все трубы, кроме тех, что находятся в квартирах жильцов. Преимущество управляющей компании ООО «Жилкомсервис» курортного района, учредителем которой является государственная структура, это возможность оказания помощи в оплате работ со стороны бюджета Петербурга. Для предоставления жителям коммунальных услуг надлежащего качества администрация района совместно с жилищным агентством принято решение произвести капитальную замену системы по целевой статье «Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения». Управляющая компания, в связи с тем, что достаточно большое количество обращений было, провела обследование данного здания, на основании чего было написано письмо в ГУЖА и принято было решение о том, что здесь нужно произвести ремонт. Жилищное агентство провело работу по созданию технической документации, сметной документации. Одновременно были подготовлены документы к проведению конкурса, на который вышли несколько организаций. И в связи с этим была выбрана одна единственная организация, ИП «Петрутчик», которая в настоящее время проводит ремонт системы горячего водоснабжения здания. Жилищное агентство курортного района совместно с жилкомсервисом контролирует ход работы. В настоящее время отклонений по качеству, их выполнении и срокам не видит. Дом по Привокзальной 5 в Зеленогорске построен в 1987 году и имеет достаточно непростую разводку системы ГВС. Стоимость контракта по капитальной замене горячего водоснабжения в доме составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Если эту сумму разделить на количество квартир, получились бы значительные цифры для жильцов. Но их в квитанциях коммунальной оплаты граждан не будет. Наше предприятие производит работы по замене розлива горячего водоснабжения. Значит, производит замену на полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном. Производится замена на подвалах, чердаках до квартирных стояков. По срокам мы идем с опережением графика. И если будет все хорошо, в начале апреля мы уже закончим производство работы.